Очередной виток напряженности между Турцией и Германией. Анкара обвиняет Ангелу Меркель и других немецких политиков в нацистских методах и предостерегла своих граждан от посещения Германии из-за антитурецких настроений. Берлин грозится остановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Подробности очередной ссоры у Татьяны Лагуновой. Турция снова не подбирает слов и выражений в адрес немецких топ-политиков. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на партийном съезде, сравнил политику канцлера Ангелы Меркель и претендента на этот пост Мартина Шульца с методами нацистов. Я не называю вас нацистами или фашистами, я просто обрисовываю ситуацию. И это выглядит как нацизм и фашизм. Вы делаете это. Вы стараетесь заработать баллы на выборах. Президента Турции, видимо, разозлили воскресные предвыборные дебаты Ангелы Меркель и Мартина Шульца. Во время телевизионной дуэли оба политика заявили, недавние аресты немецких граждан в Турции по политическим мотивам неприемлемы. И Германия готова поднять вопрос о прекращении переговоров о вступлении Турции в ЕС. Если я стану канцлером, я остановлю переговоры о вступлении Турции в ЕС. Мы уже дошли до того, что граждане Германии не могут спокойно ездить в эту страну. Я никогда не была сторонником вступления Турции в Европейский Союз. Будущее отношений между Турцией и Евросоюзом немецкие политики планируют обсудить на следующем саммите ЕС. Он состоится в октябре уже после парламентских выборов в Германии. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».